Большая заводская династия. 4 поколения одной семьи и 295 лет общего трудового стажа. Кто положил начало этому многолетнему пути? Отец, он и здесь у меня литейщиком был. И там лили бомбы, мины, все вот, ну, на таком производстве. Благодаря чему сын выбрал профессию отца? Ну как, ну с детства, может быть, я видел, чем он занимается, тоже вот как-то более начал вникать, как-то, да, это интересно стало, поэтому, да, как-то и пошел по его стопам. Какие цели вдохновляют наследников династии? Я хочу быть продолжением этого вклада. Смотрите программу «Профессия по наследству» 28 августа в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».